Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в школу гитары для взрослых и детей «Гитариссимо». Меня зовут Елена Станиловская, я являюсь руководителем этой школы. Я закончила Институт музыки имени Шлинки по классу гитары и занимаюсь в этой области уже более 15 лет. С удовольствием приглашаю вас на наши занятия. В нашей школе «Гитариссимо» вы научитесь играть ваши любимые песни, приобщитесь к наследию классического репертуара. Это принцесса в мире музыки, то гитара, пожалуй, это королева, ведь это большая честь иметь знакомство с особой королевских кровей. И честно, мне было немножко страшно приходить на первое занятие, но когда я пришел сюда, я понял, что я нахожусь в нужном месте. В школе «Гитариссимо» я смогла исполнить свою давнюю мечту – наконец-то мешать соседям спать ночью под хорошую музыку. Занятие музыкой – это, безусловно, большой труд. Но также это и удовольствие. В нашей школе всегда проходят отчетные концерты, различные мероприятия, и мы любим погружаться в детали. Нашей задачей является обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику для достижения наивысшего результата. Я часто хожу в лес. В лесу, у костра. Люди в основном поют какую-то попсу. Здесь мне пообещали Металлику и Рамштайн. Поэтому я остался. Ну, музыка для меня, прежде всего, это язык выражения каких-то там эмоций, своих мыслей. Поэтому я пришел заниматься на гитару. Я открыл для себя гитару как инструмент, и я понял, что это именно то число струн, то число как бы полифонических звучаний, которые я могу в себя вместить и слиться в нем как бы в единый музыкальный порыв, то есть полностью прочувствовать инструмент. Наверное, вы задаете себе вопрос, почему бы мне не научиться заниматься на частных уроках или по видеоблогам? Безусловно, в этом есть своя правда, но в нашей школе есть определенная атмосфера, где выступление на отчетных концертах, мероприятиях объединяет, сближает и стимулирует к дальнейшему творчеству. Заходите на наш сайт и записывайтесь на бесплатный пробный урок. До встречи!